Vom deveni ostaticii intereselor partenerilor externi, cel puțin așa descrie Igor Dodon situația de după scrutinul câștigat de Maia Sandu. Într-un interviu pentru agenția TASS, Igor Dodon a declarat că actualul președinte va trebui să îndeplinească orice indicație a sponsorilor din afară, doar ca să-și poată răscumpăra susținerea din exterior și fotoliul câștigat în țară. Dodon nu exclude că se va recurge și la destabilizări privind reglementarea conflictului transnistrean. Потому что, скорее всего, позиция Запада, ну, в основном Соединенных Штатов, будет спровоцировать какой-то очередной конфликт для того, чтобы затянуть Россию. И мы видим, первые заявления были как раз направлены на это. Это заявление против Приднестровья, заявление против российских миротворцев. И в начале января будет визит президента, нового президента Молдовы в Киеве. Вот если там будет единая позиция, как блокировать Приднестровье, я думаю, что вот это и есть политический счет. Igor Dodon a mai declarat că partenerii occidentali au investit mulți bani pentru ca un pion al europenilor folosit pentru jocuri strategice împotriva Moscovei să ajungă președinte. Ну, три страны объединились все против одного. Запустили спойлеров на левом фланге, традиционно, который голосует за кандидата от социалистов, за левого кандидата. Несколько тысяч, 14 тысяч НПО, кто работали жестко на этих избирательных, на этой избирательной кампании за Майю Санду. И, конечно, беспрецедентная мобилизация граждан Молдовы, которые временно находятся либо постоянно в странах Европейского Союза. Igor Dodon a vorbit și despre ziua alegerilor, atunci când în unele țări europene ieșirea la urne nu ar fi fost posibilă fără utilizarea resurselor administrative. Я об этом уже говорил, когда есть жесткие карантинные требования по отношению ко всем, а для молдаван делают исключение, тысячи человек сидят там, танцуют, поют, и полиция их охраняет. Поэтому понятно, что без обмена ресурсов это было бы невозможно. Igor Dodon susține în continuare că nu se ține de fotoliul de președinte și că regretă faptul că lupta a fost una geopolitică. Нам повезло в том, что у нового президента нету своего правительства, нет парламентского большинства. И пойти на дестабилизацию, даже если они этого захотят, ну, на данном этапе у них не получится. Conform unei investigații de amploare, în acest an, în ajun de alegere, au apărut peste 100 de ONG-uri sponsorizate de Uniunea Europeană și Statele Unite, care promovau interesele Maiei Sandu.